эфире информационного канала «Севастополя новости», в студии Дмитрий Дудко. Сбербанк не будет работать в Крыму и Севастополе. Об этом в ходе годового собрания акционеров сообщил глава кредитной организации Герман Греф, передает портал Лента.ру. По его словам, пока это, цитата, «непозволительно с точки зрения санкций». На данный момент Сбербанк находится под ограничениями США и Евросоюза. О создании благоприятной инвестиционной среды в Крыму говорили сегодня на международном симпозиуме «Ялта-форум ЭКО-2-ЭКО-3» «Циндиникс. Инициатива Россия-Крым». Его организатором выступает швейцарский инвестиционный консорциум «Swiss Team Group». Это уже 19-й съезд, на котором профессионалы обсуждают инновационные технологии и предлагают пути решения экономических вопросов. Организаторы форума заверили, при поддержке правительства и помощи инвесторов смогут создать новый облик нашего города на международном уровне. А благодаря долгосрочному проекту сделать Севастополь 2036 олимпийской столицей. До 30 мая симпозиум будет проходить в Севастополе, Симферополе и Ялте. И создание этого благоприятного инвестиционного климата требует того, чтобы ваши лидеры располагали наличием прекрасного видения двух очень главных пунктов. Как финансировать прогресс без четкого представления стоимости активов? С другой стороны, каким образом можно развивать прогресс, не имея представления о реальном состоянии долгов? Принимая во внимание моральный долг перед мировой общественностью, международные эксперты, которые обладают достаточной компетентностью, считают необходимым принять все меры для того, чтобы уменьшить степень приближающейся угрозы, а также уменьшить ее последствия. Они не могут оставаться в стороне и быть пассивными наблюдателями, и они сделают все возможное, чтобы уменьшить степень угрозы и негативные последствия финансового цунами, который надвигается на наш мир. С сегодняшнего дня на публичной кадастровой карте России появилась информация о земельных участках в Крыму и Севастополе. Публичная кадастровая карта дает доступ к сведениям о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости. На ней можно определить местоположение выбранного участка и уточнить, не находится ли он в особых условиях использования. Ранее в интервью ТАСС губернатор Севастополя Сергей Миняйло заявил, Севастополю потребуется более 2 миллиардов рублей, чтобы поставить на кадастровый учет всю землю в городе. Также он уточнил, расчеты не включают участки, находящиеся в частной собственности, которые будут оформлены за счет владельцев. Правительство Севастополя уже завершило инвентаризацию городских земель и сейчас производит их оценку. Постановка земли на кадастровый учет необходима, чтобы иметь возможность заводить в город инвесторов, в частности в рамках свободной экономической зоны, которая с 1 января функционирует в Севастополе. Заработная плата, сокращение персонала и конкурс на замещение должностей – вопросы, которые волнуют преподавателей Севастопольского государственного университета. Сегодня ректор вуза Валерий Кошкин рассказал о предстоящих изменениях в жизни учебного заведения. Подробности у Елены Карнауховой. Вопрос о зарплате – первый и один из самых болезненных. После объединения севастопольских вузов работников учебно-вспомогательного персонала стало больше в 3 раза от установленной нормы, преподавателей – на треть. По словам ректора Севастопольского государственного университета, чтобы каждый из них получил заработную плату, для вуза выделили вдвое больше средств – 1 000 000 000 рублей вместо 500 миллионов. Нашему университету, это только на текущее финансирование, министерство сейчас дополнительно на каждого из нас дали 500 000 000 рублей. Это значит, что эти 500 000 000 рублей, значит, у кого-то, у другого забрали, дали нам. Но дали с условием таким, что мы оптимизируем структуру, что мы выстроим работу таким образом, что сможем зарабатывать деньги по другим каналам. Мы должны с вами настроиться на то, что мы сами будем зарабатывать деньги, что к нам должно приходить много талантливых студентов, и тогда появятся рабочие места, тогда появится заработная плата. Сейчас в СФГУ работает более 2000 человек. По словам руководства вуза, цифра высокая. В идеале, по их мнению, коллектив должен насчитывать не более 1300 человек. Библиотеки, например. Вот, чтобы было понятно, это 4-этажное здание, действительно большое, действительно красивое, с нормальными фондами. Там, сколько раз я там не был, больше 5 студентов я там не видел.
там 76 человек по штату работает. Что они там делают, для меня непонятно. В российских вузах это максимум 10 штатных единиц. И тогда понятно, из чего платить деньги преподавателям. Если мы будем поддерживать те структуры, которые к учебному процессу, ну, либо не совсем эффективно имеют отношение, то тогда мы не сможем поднять зарплаты профессорам. Мы здесь собрались, вот нас как раз на это сподвигло то, что были озвучены очень большие цифры увольнения. Было три приказа. Значит, первый приказ был о сокращении вспомогательного состава. Потом следующий был приказ 7 мая. 786 человек. А потом еще был один приказ, там 680, по-моему. На замещение должностей будет объявлен конкурс. Когда он состоится, летом или осенью, пока неизвестно. Проректор по стратегическому развитию СИВГУ считает, этим нужно заняться как можно скорее. Это должно было бы хорошим, решено быть сейчас. В течение лета мы должны были провести конкурсы, и к 1 сентября все бы было понятно. Если сейчас ситуация будет отложена до ноября, ну вот эта вот непонятная нервотрепка продлится еще на полгода. Преподаватели выступают за проведение конкурса осенью. На данный момент у нас три профсоюзные организации. Вот так сложилось, что образовалось еще две организации. Пока на данный момент мы не находим взаимопонимания. А раз мы не находим взаимопонимания, мы не можем проводить конкурс. Понимаете? Вот когда, по нашему мнению, в сентябре, когда страсти улягутся, мы должны провести профсоюзную конференцию, в которой все три профсоюза объединятся, мы подпишем коллективный договор, и тогда, ну, какая-то у нас начнется уже жизнь в правовом поле, так как мы себе ее представляем. Елена Корнухова, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. 220 севастопольских участников волонтерского корпуса 70-летия Победы сегодня наградили благодарственными письмами от губернатора. Напомним, волонтерский корпус сформировался в нашем городе почти год назад и объединил 600 неравнодушных ребят. Студенты и школьники в свободное от учебы время не только помогают в проведении большинства городских мероприятий, но и сами выступают инициаторами патриотических акций. Мы недавно подсчитали, мы за этот период, за 4 месяца провели более 45 мероприятий. Это не считая тех личных встреч с ветеранами, не считая личных, да, каких-то контактов, более 45 мероприятий. Мы высаживали сирень, мы высаживали клены, мы высаживали лес Победы, мы разносили медали 70 лет Победы, раздавали георгиевские ленточки, разносили подарки, мы проводили флешмоб «День Победы», все вместе пели очень известную, замечательную песню «День Победы» совместно с Василием Семеновичем Лановым. У нас было множество мероприятий. Ребята не спали ночами, ребята сутками ходили, помогали в организации, принимали участие. Это действительно самые лучшие, активные и самые уникальные представители молодежи города Севастополя. Мы, как волонтеры Победы, будем еще делать очень много больших и добрых дел. Ну, представьте себе, мы возраст какой уже, 90 лет, самые молодые, 88 лет, самым молодым участником. Еще 3 года тому назад я бегал и прыгал, и сам ходил, а уж сейчас. Поэтому вы нам оказали очень большую помощь. Я участвовал во всех мероприятиях, куда меня приглашали. Но меня за мной приезжали и меня отвозили обратно. Разве бы я мог посетить и парад, понимаете, и целый ряд других мероприятий, если бы не ваша благородная помощь. Спасибо! 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 Грамоты от губернатора Севастополя Сергея Миняйла волонтерам вручил начальник управления по делам молодежи и спорта Олег Вечирко. Я хочу вас поприветствовать от имени губернатора города Севастополя Сергея Ивановича Миняйла, от имени правительства, управления по делам молодежи и спорта, и сказать вам слова благодарности огромные за то, что вы откликнулись на наше
воззвание, вы влились в ряды волонтеров. Честь вам и хвала. В Севастополе продолжается акция «Фронтовые письма на вечное хранение». Дополнить историю периода Великой Отечественной войны может каждый. Для этого достаточно принести в местный архив документы из архива семейного. Акция уже получила многочисленные отклики у севастопольцев и гостей города. В этот раз к ней присоединились ученики школы номер 22. Семиклассники пополнили коллекцию документов народной памяти десятками фотографий и бумаг. Среди них фронтовые письма, извещения о пропавших без вести, военные билеты и удостоверения к наградам. Школьники с письменного разрешения родителей передали документы на вечное хранение. Мой прадедушка пропал в мае 1945 года. Это последнее письмо. В нем мой прадедушка просит получше глядеть детей, потому что идет в наступление освобождать правобережную Украину. И говорит, что, может быть, моя прабабушка больше его не увидит. После войны она его долго ждала домой, но не дождалась. Начала чувствовать, подозревать, что произойдет что-то страшное, и была права. Напомним, акция «Фронтовые письма на вечное хранение» стартовала в апреле этого года. За несколько месяцев местный архив пополнился не одним десятком документов с 70-летней историей. Первые итоги хранители уходящей памяти обещают подвести уже в сентябре. К тому моменту ученики 22-й школы передадут городскому хранилищу полное собрание семейных фронтовых писем. Сегодня это еще не все, что мы принесли. Мы обязательно эту работу продолжим, и мы знаем, что у кого-то эти документы находятся в других городах, у кого-то они по каким-то причинам остались там в контейнере где-то. То есть мы уже знаем, кому мы приведем, и что мы расскажем, и что мы покажем. И я считаю, что это очень нужно и для ребят, и для их родителей, и для наших будущих поколений. Мы очень благодарны тем учителям, которые активно принимают участие в нашей акции, формируют правильное сознание, помогают нам в формировании патриотического воспитания в том числе. И вот сегодняшнее мероприятие как раз стало образцом такого удивительного, восхитительного отношения к истории нашего города. Это были новости на информационном канале Севастополя. С вами был Дмитрий Дудко. Всего доброго и до скорой встречи.